мне очень понравился семинар по астрологии. Ты пересмотрел себя изнутри, провел самоанализ. Особенно вот эту диаграмму, которую мы делали. На последнем месте у меня были эмоции. Есть порыв что-то сделать для Иисуса, делай. Это есть свобода от общественного мнения. Когда ты независим, ты можешь двигаться теми порывами, которые внутри возникают у тебя под воздействием Духа Святого. Цель игры была исполнять овец, которые расходятся, разбегаются с церкви, то есть разные виды овцы. Там гордая, буйная. То есть я выбрал себе роль буйной овцы, которая постоянно дерется, то есть конфликтная овца. У меня задача была играть овцу, которая угнанная, которая ушла с церкви. И я назвал причины, по которым я ушел из церкви, они должны были мне помочь вернуться в церковь. Ну, я попытался сыграть роль человека, который, как ему кажется, состоялся в жизни, но перестал ходить в храм, перестал ходить в церковь. Моя роль, она была роли больной овцы. То есть это овца, которая всегда требовала только, чтобы за нее молились, то есть все, жила своей жизнью, как бы только вот молитесь и все.